Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это Колян. Где Я Колян? думал, ты Это не хочешь Колян. сказать канал. Я тоже хотел сказать. Это Колян, короче, неугомонный. Это Алекс самый позитивный и больше всего. Больше никого нет. Это, короче, Гаррис Мод и игра под... в смысле, карта под названием как? Как называется, смотри, сейчас я подхожу, название только здесь. Давай. Карта называется «Потерянные души Игниона», сделана с у Алексом Суемом позитивным, у меня здесь почему-то в квадратике отображается, и каким-то чуваком. Закрой ее, Колян. Закрываю. Короче, смысл карты, это полный мультиплеер-поддержка, это какая-то... Нет, это не то. Короче, эта карта содержит ПДА-систему, которая дает тебе важную дату для обработки в порядке использования. Это просто нажми Е и увеличь, и нажми это потом снова, потому что, короче, убрать зум. Я тоже что-то пропустил целый раздел, вот, читай. Да это описание карты, это говно. Нет, это не описание карты, это... Нет, это полный мультиплеер. Там читай все. Это поддержка полного мультиплеера, античит-система, система чекпоинтов и система ПДА. Говно. Вот, а смотри. Ты смотри, кстати, обрати внимание, вот ты походи вокруг, она все время на тебя смотрит. Как, да, на... да. Ну, это понимаешь, это, короче, четко вообще. Тут еще есть какие-то, смотри, тут написано какие-то типы здесь существуют, смотри, по карте ходят типы. Плати, говорит, внимание на текстовые сообщения на экране. И, короче... Type explode. Напишите «Explode» взорвать в консоли, если вы застряли. И рабочая страница. И нажми, короче, кнопку старта после того, как люди имеют, выбирают сервер. Выбирает и имеют, короче говоря. Нормально. Давай, Колян, нажимай сервер. Поехали отсюда. Давай. Мы имеем, нажимаем. Давай ты сейчас перейдешь. Сейчас должен пойти превью. Превью? Наверное. Превью разработчик. Давай, а Super Alex World 100% у меня написано на превью. А ничего, что у меня музыка играет, и я вижу какой-то космос? А мистические сигналы были обнаружены из Ингиона 3. Ничего себе. А, последняя планета, которая населена с космическими миньонами компания. Nitrocorp Industries, это, короче, какая-то компания, это не переводится на русский язык, это такие правила. Я employee. Чего Женя еще скажи? Я служащий этой компании. Вот, понял, я employee. Служащий, рабочий. Employee. И я хочу... Я иметь послать наружу этот интро, нитро. Я хочу послать наружу этот интро. В клеарный... Чистый. Вверх, что это здесь. Ой, на этом. Что происходит? Как написано словами было, так я перевел, ничего не знаю. Ну правильно, то, что вижу, отлично, то смотри, сервер, короче, меняет левел. Как это? У меня справа зачем внизу... было делать такую странную карту, чтобы маленькая превьюшечка была, ее надо было грузить, а потом еще загружать 100 мегабайт основника. О, у меня загрузился. Так сейчас все работает, ты что? Просто вот смотришь на значок Г и все. Между прочим, хочу... А че ты это самое, переоделся-то, а? В смысле переоделся? В смысле? Димон переоделся, Димон так голый. Так все переоделись, ну, все раздели. В смысле я голый? Ну ты в рубашке, ну ты не голый, ты в рубашке. Я имею в виду, что у нас нету... А я в какой рубашке, подожди? А вот, в синей рубашке. Синий, а вот... А че Колян... двое в синих, а один в красный, а Колян в красный, а Колян в красный. Че такое, значит, Колян, ты что тут, главный тип, что ли? Я не понял, ты в красной рубашке. Я предводитель, наверное. Смотри, вакуумная камера. Хочу вам сказать, что у меня не работает фонарь. Так а его здесь нет. Слушай, пошли, давай я на кнопку нажму, тут лифт. Нет, давай сначала в вакуумную камеру сходим. Давай. Я удивлялся, что в вакууме не работает звук. Вот вакуумная камера, смотри, открывай. Только кнопка работает. Не открывается. Надо на кнопку Е нажимать, значит на лифте поехали. Поехали на лифт, поехали, все вниз. Все, все сели, поехали. Кто не сел? Он сейчас не играет. Женя не сел. Вот она, смотри, нитрозакись корпорации. Hello! Is anybody here? Вот, видишь, эй, говорит, здесь кто-нибудь есть? Это я перевел. А я ничего не слышал. А у меня была надпись? Да, была внизу. Надпись у тебя была? Да. Была надпись внизу, да. А кто это сказал, подожди? Ну, наверное, мы. Наверное, мы сказали. Ну, типа, знаешь, как, да, привет, тут кто-нибудь есть? А, ну это Колян, наверное, главный. Так, нам нужен пароль, смотри уже, 7, 8, 9, 6. Нужен, а выглядит, как будто нужен код доступа. Это вот здесь, короче, есть этот. Угу. Вот поехали сюда. Я нашел дорогу. Смотри, здесь есть, короче, вагонные двери. Заходи, это метро. Пошли, да. Мы там-то все, блин, посмотрели-то, нет? Так там есть нужен код, короче, где-то ввести. А чтобы его ввести, его где-то надо найти.
Найдем сейчас, что, в чем проблема. А это русская карта или не русская? Нет, это не русская. Это которая про космос. Ой, что-то да, она так, у меня тут все. Именно так. О, народ, смотрите, что я нашел. Что написано? Это креативная камера для спания. Спать. Криокамера. Смотри, что я нашел. А, мне нужна некоторая помощь холодного сторожа. Дверь закрыта, и... Сейчас она сломана. Я не могу открыть это снаружи. Я пытаюсь к двери сил применить, открыть. Ну что за херня-то? Откройте, я не дочитал. Быть, у него должен быть этот ломик. А, где-то монтировка, но это слишком тяжело. Он не может... Подожди, он нас просит поторопиться, короче говоря, потому что для монтировка у него слишком тяжелая. Он какой-то человек очень тоненький. А, подожди, а труп-то сам где? Какой сервер, труп-то? Смотри, северная. Смотрите, ребята, северная. Ну так северный сторож, все понятно. Там холодный сторож ему нужен. Холодный сторож, блядь. Там написано cold сторож. Не, пошли отсюда. А я что-то забыл. Забыл, что забыл. Это кто что нажал? Колян, ты что-то нажал? Я не нажал. Это значит, он что-то забыл. Пошли искать дальше. Не ломайте двери. Вот смотрите, вот еще висает. У меня что-то немножко... А, смотри, короче, криокамера номер 2. Одна дверь застряла. Еще есть пропуск. Какой пропуск? Читай. Вот, читай. А новая плазма какая-то... Модель и остальные суппорты хотят бин сторет. Короче, все поняли, да? Все пошли. Автор Патрик Б. В комнате хранения. Автор сценария, блин. Слушай, там дверь закрыта. Вот здесь еще комнаты есть, здесь полно комнат так-то. Вот, короче, проход не закрыт, не пройдем. Блин, Коля, вот ты еще где назад. Вообще в красной рубашке? Колян, в красной рубашке ты где? Я не знаю, куда вы бежали, вот. Смотри, вот еще пропуск один нашел. Это та же, Димон. Да, это та же. Ну я же говорю, та же, пойдем сюда, значит. Вот тут мы не были. Вот, смотрите, я нашел каждый ключ. Тихо! О, это самое, смотрите. А как ее взять? А, наши основные сервера, короче, и электрическая... А, сломать надо ключом, вот же рисунок, убери эту... Хрень. Да подожди, они, короче, пострадали. Перезагружены самые эти. Вот, нет, бери их, бери их костюм, Димон, быстрей. Димон, смотри. На плакат смотри. Вот ну? Что надо сделать гаечным ключом. Осторожно, в порядке перемещения Т-800 модулей используйте совместимое гаечное ключ. Гаечное оборудование. Короче, его надо ударить этим ключом, и тогда все будет нормально. Поехали. Так вы зачем? Можно было насквозь пройти. Где была серверная? Вот помнишь, здесь там? Серверная, вот все она... правильно идешь. Вот. Давай, перемещай. Да. Что мне надо делать? А, просто подойди, нажми кнопку Е. Выбери его в меню. Ты в меню его не выбери. Как предмет, да, взял? Нет. Да, я просто его взял. Он у меня не врисовывается как ни предмет, ни как что. А вот кто сейчас что нажимает? А вот сюда подойди. Было. Куда? Нет. А я подойди покажу... к любому серверу подходи. Любому. Да, и нажми букву Е. К любому подхожу, ничего не происходит. Вот к этому подойди, смотри. Вот к этому подойди. Вот к этому подойди, вот на этом что-то работает. Подожди, где ты? Вот я здесь. А может быть это не та серверная? А, может быть, смотри, вот здесь, кстати... А, ты класс, какая-то херобора есть, не открывается. Вот эту примени. А, здесь заперто. Так вот он с помощью ключа откроет. Ты где, Лёха? Пошли. Я вот. Вот эту дверь ломай. Давай, ну-ка. Ага, фиг. Хер там, да? Так, тогда вот здесь надо стол разбить. Вот он, вот эту бери. Ты думаешь, это сервер? Да, вот, я же говорю... А, точно, ни хрена. Ну, нет, теперь, короче, эту херню надо туда приставить. Все, пошли. Да. Идем. Вот, все, смотри, ищи, сервер. Где не хватает одного сервера и ставь его туда. Вот, смотри, одного не хватает. Вот тут, вот, все. Я тут ставил, так, еще. Вот еще. И внизу, вот. Вот, еще где-то есть. Еще где-то есть, смотрите внимательно. Ищите по первым. Все, хорош. Чего? А, тысяча вот, чего? Он тысячу мы им, короче, должны. Это пацан, он каркасарь говорит. О, пошли. Куда? Пойдем прямо, там же вроде было закрыто, да? Мы же там что-то хотели в начале уровня сделать, да? Ты подожди, там пароль нужен. Куда вы побежали? Пошли назад. Там сломанная дверь, она, наверное, открылась. Свет же дали. Мы уже все давно поняли. Нет, нихера. Короче, надо внимательно прогуляться по этому этажу и что-то где-то еще найти. Потому что если мы сейчас отсюда уйдем, то будет плохо. Ну почему мы как уйдем, так и придем обратно? Нет, а что мы 100 раз будем ходить-то? Нет, а нам тут дело в том, что нам тут уже заняться нечем, мы тут уже все обходили. Пошли обратно. А вот это вот что за херня, подожди. Вот меня интересует, что вот это за херня, во-первых. А это дверь, короче, вейлит. Мне нельзя... Это, короче, надо открыть с плазмой с какой-то. Плазму какую-то, короче. Ребята, короче, пойдемте назад, посмотрим, мы, что короче, там... включили какой-то ток. Вон там еще один есть проход, нам туда. Там мы где-то сможем взять, наверное, пароль. Пойдем. Во, смотри, он работает. Это прям... Работает, реально работает, да. Пыльно все.
В каком-то вообще непонятном снегу. О, столовка, отлично. Антисанитария, ёпта. О, там смотри, там какой-то огонек горит красный. Что это такое? Нажимаем огонек. Нажимай. Закрыто, блин. А мне лучше получить хак. Надо хакнуть. А так компьютер, мы же сервератор включили, отлично. Там компьютер где-то есть. Пойдемте, найдем компьютер. Давай в припрыжку. Давай в припрыжку веселее. Давай в припрыжку. Подожди, а тут мы во все сходили вообще? Так а там нужен кодовый замок, а вот здесь где-то мы как раз таки, я тебе вам говорю. Подожди. Там нужен кодовый замок, оттуда мы здесь были. Так я же говорю, отсюда ушли, здесь что-то есть. Здесь есть комп, который надо нажать, там много комнат. Давай наверх. Пойдем поищем, да, пойдем. А вы как эти, вот, уйдем, найдем, пойдем. Так, я там был. Надо плацму. Там все фигня. Нет, мы-то правильно сходили. Мы посмотрели, что там надо делать. Вот комп, я же говорю, вот комп. Вы че, нормальный старый комп. Смотри, тут еще шлем какой-то. Вот, все. А кичен дверь unlocked. Отлично. Пойдем теперь пожрем нормально. А кухня там, наверное, закрыта была. Вот сюда вот. А, точно, пошли. Там, где дверь была. Нет, это не кухня. На кухне где-то там, внизу. Или где-то здесь вверху. Короче, какая-то кухня где-то открылась. Пойдем, где-то. Может, вот это все-таки открылось? Нет, пойдем. Наверное, в начале уровня, слышишь? Нет, подожди, а там не было. Компьютер нажал, что-то написали вообще. Там было написано, что ключ этот, кухня открылась. Да, что кухня от кухни. У Колена ничего почему-то не пишет. Странно. Да, и у Колена просто слепой. Да. Возможно. Смотрите, вот это что-то. Такая это код, это не кухня. Это не то, да. Но там, наверное, думаю... там дальше же была, где красная кнопка закрыта была. Пойдем сюда. Там, где снег? Конечно, где это пыль. Чушь, какая сразу тяжело дышать, когда здесь проходишь, потому что это не снег. Все, наверное, там все открылось. Ну-ка. Да, конечно, вот оно. Да, блин, через столы хотел перепрыгнуть, что не получается. Открывай. Во! О, смотрите, гаечный ломик! А, блядь, тихо. Бей, сука, ломиком! Да каким ломиком? Ломик только у тебя. Нет, вот ломики еще лежали. Еще в смысле, лежали? Где лежали? Ну, когда я приду? Я подобрал, смотри. А я, подожди, а вот, отлично. Все, вы красавцы просто. Все, все и теперь можно сломать ту дверь, которая... Вали их! Теперь можно сломать ту дверь, которая стакивается. Вали его нахер! Есть! Поднялся сразу. Первый фраг, короче. Подожди. Что там? Там ничего нету. Какой-то мудак он был. Какая-то музыка заиграла. У меня музыка заиграла. Так у меня тоже. Ты двери колотишь. Нет, тут кто-то стоял, я тебе отвечаю, какой-то мудак. А, народ, так пошли, елки мотал. А, нам нужна дверь, которую надо выколотить. Так та дверь, которая стакивается. Да, пошли. Ты, Лех, вообще так заикаешься у меня, беда. А что случилось, что? Я не знаю, кто скайпом командует, у кого-то интернет говно. Командует как раз Алекс командует. А, ну давай, может быть, ты перезвонишь? Ну, сейчас вообще не в тему. Да ну, не, да. Нормально, сейчас напряг. Вот там, пошли дверь открывать. Мы можем остановиться, типа того, и все такое? Нет, типа все даже... нормально. Ну-ка. Давай. Не, нихера. А, что-то найти. Здесь какой-нибудь стул, ну я не знаю, что делать-то. Не, минуточку. А, вот. Сломать, во. Все, хорош. Точно, хорошо, да. Вообще глазастый, смотри какой. Фонарь бы еще тут не помешал. Тихо, читаем, спокойно. Так есть дистрибуция, я стартовал, услышал голоса в моей голове, которые несколько месяцев назад. Сначала сквозь было только я, но потом я реализовал, был ошибкой. Я разговаривал с матерями, и их говорили мне некоторые также меня. Позже они в кафетерии, однажды какая-то члены, которые планировали проклятие Нитрокорпа, индустрии стартовали, новые миньоны проекта Ангион 3. Два дня после этого они подтвердили суицид в ванной комнате. На рожу, посмотри, чувака, на рожу, как он несет этот бред. Я хочу получить. Я хочу получить космическую станцию как можно возможно. Космический миньон команда. Ты смотри, их все можно сломать, короче. Только не знаю, зачем. Космический миньон. Кисло, как можно, возможно. Космический миньон, блядь. А зачем мы это открыли-то, подожди. О, нихера себе, это откуда тут? Че такое вообще? Подожди, стой. Вот, отлично, вот что-то нашел. Колян, справа, слева, синяя. Вот, пилюля. На Е. Нет, да. О, что такое, плазма? Плазма, все, отлично, мы теперь можем разрезать ту херню. А, отлично. Вот мы почему простить не могли, здесь какая-то херня. Ой, там кто-то бегает! Пошел пать. Так. Да к нам в этот вон полезли, вы куда? Куда полезли? Нам через где? Маленький проход, где мы заходили, через дырку, через канализацию. Через люк, что ли? Конечно. А я как бы. Справа от двери. Ну-ка заходим сюда. А, вот! Справа от двери, вон там вот, внизу. Да, пошли. Блин, у нас есть, короче, плазма-ган, мы можем открыть эту херню. Блин, жалко, что фонаря нет. Да зачем он тебе нужен-то? Ну а что так, типа как было бы В космосе не распространяется свет фонаря.
Как можно, правда? Как можно, возможно. Как можно, возможно. Во, смотри, я, короче, режу. Режь, давай, режь. Разрезал. Ты что творит, а? Я маг и чародей, смотри, что делаю. Вообще Скайрим просто. Во, смотри, толчок как в Думе, Коля, ты же Дум проходишь. Заходите в кабинки. Валим всех в кабинках. Заходите в кабинки и запирайтесь там. Они все закрыты. Тихо, трупец. Трупец, давай добьем его, чтобы он не мучился. А что сюда зашли-то? Так, я взял, смотри, я что-то взял. Аптека. Я починил чувака, прикинь. Ты меня починил. Тебя починил? Да. Зачем? Ну и что, а что толку-то, что мы с тобой попали-то? И что дальше? Ну, Коля, она починили. Нажми на Е на зеркале. Да, потыкай. Воу! 1873, тихо! Пошли. Все, поехали, я знаю, куда это. Пошли, я тоже знаю. Все, пошли. Бежим за Лехой, короче, он знает. Или просто расколотил. Код-то кто запомнил? 1873. 1873. Куда пошли-то? Вот. Че за хер? Тихо! Флипы, что такое флип, Колян? Флип! А я не один, извините. 1873 наоборот. Тыкай. Да? Переверни. 1873787. 37. 81, да. Все, правильно. Ну и не работает. Подожди. 3781. Ну правильно. Во, доступ гарантирован, нормально, поехали. Тихо. Что за голос? Я, говорит, что-то сделаю с вами, черти некрещенные. Тыкай на кнопку наверх. Куда? Наверх, вверх, поехали. Вниз нажал. Вверх, говорит, поехали, вниз нажал. Ты, он сейчас нас в космос отвезет, ты что-то не туда нажали, нихера. Нифига, он реально в космос нас отвезет. Фильм от Колян, кто тебе плюнул на висок, объясни мне. От Люка Бессона смотришь фильм, и там главный злодей говорит, я сейчас что-то с вами сделаю. Ух, я сейчас что-то... Не знаю, что, но что-то... Что-то натворю, суки. Ох, готовьтесь. Сам еще не знаю, что. Сам еще пока не уверен, но что-то сделаю. А что, это так надо, что вот какая-то зловещая музыка играет? Ну, играет музыка. Все, приехали. О, отлично, поехали. Садись в вагонетку. Вагонетка, давай. Тыкай. Колян, дай я седу, то пройди, пристегнись ремни. Поехали, смотрите за окно. Ну, сейчас, короче, чужой появится. Такая херня была в Valen Isolation. Астероиды. Он гуд. О, боже! Астероид, это хорошо там был написано. Астероид, о боже мой! Нет, давайте я вам устрою экскурсию. Давайте экскурсию. Справа вы видите Марс, слева вы видите... Астероиды, наверху вы видите то, где мы только что были. А сверху увидите кусок Марса, который проплывает и бьет нам кабину. Ну, астероид нас сейчас убьет хорошо. Смотри, я машинист, да? Я типа машинист, смотри, я прямо спереди. Смотри, я машинист. Ты типа прям толкаешь ее в вагонетку, смотри, это рабочая сила. Я типа даже на ходу схожу, опа! Ну ты прям опасный. Форсаж прямо, боевик. Я экстремал, вы что хотели? Тихо. Что здесь херня произошла? Вот скабинка, а? Там глаза светятся, смотри впереди. Ты когда... Воу! Вы что творите? Нет. Лучше возьми это с батарейкой и фонариком. Где-то здесь фонарик просрали. Нет, вот он лежит. Фонарик, ищи фонарик. Нет, это... Во! Что это? Флешлайт. А, сломанный. Брокен. А вот, есть флешлайт. Ломай. Ну окей, она не ломается. Тут да, есть еще проход. Есть проход. Где? Смотри, вон проход, вы что? А вот перешли, ну. Тихо! Чего он сказал Гандон, по-моему, что-то сказал. Свеживает. Это он про него. Иди отсюда, мудак. Ты лучше не ломай, а то он не убивается. Ну, конечно, не убивается. Ты что-то нашел. Димон, Колян, где фонарь? Тихо, кто нажимает так? А кто нажимает-то? Вы что делаете? Это я какую-то шляпу взял, не знаю. Бери, я ничего не вижу, а куда идти? Колян! Он вырвался, ты че? Бери ключ, ты что делаешь-то? Сука, чуть не ушатали, ты что, Колян, делаешь? Я взял какой-то ключ, куда мне идти-то, бля, я ничего не вижу. Так иди вот пока. Я его взял, начал... Вот, я по фонарю с тобой, Колян. Блять, будите нахер, вали их! Ты что творишь-то? Пойдем за мной. Тихо, не бегите, я... Потихо идем. А что ты вытворяешь-то? Я вышел. Открывай. Во. Куда ты пошел-то? Вот дверь. Дверь, вот, Леха. Так замечательно, только я ничего не вижу. Вот дверь. Не видишь, ты на F нажми. На F нажми, фонарь включится. А, вот, теперь вижу. Тихо, вот сзади, сука, я ушатал его. Я аптеку взял, красава. Я тебя? Столом швырнули. Народ, смотри. Ой, твою мать. Да зачем вы так делаете-то? Кончай. Ой. Вали его, сука. Ты что творишь-то? Кто фонарем так делает? Вы зачем так творите вообще? Тихо.
Я закрыл самого себя здесь. Это все члены повернули, странные создания. Они пытаются убить меня, но не больше. Апартаменты, которые спрятаны создателем, контролируются они. Это бочки говорят на нашем языке. Я устал драться с этими вещами, и Евгений, и комната. Мой сюрприз был здесь, я не мог видеть это, все я иметь был здесь голос в моем сознании. Все нормально, выключай. Все, я иметь, это было очень хорошо. Слушайте, там люк вниз, а, лестница вниз, вниз. А нам туда, подожди, подожди, там, а, все, нам вниз и надо, заходи вниз. А, давай только не падайте, я по лестнице аккуратно спускаюсь. Давай, я прям по колен. О, тихо, ну что творите-то? Димон, тихо, я чуть не умер, не помер. Я нажал рубильник. Блять, это! Че это было? Да уйдите нахер! Че это за херня на экране? Бей, ломиком, ломиком орудуй! Да кого ломиком? Включите фонарь нормальный! Какая-то зеленая кнопка, но... Ребят, я еще один рубильник повернул. Отлично. Я не знаю, правда, зачем это... А, вот, я еще повернул. Ай, да иди ты нахер! Слышь! Все, я еще один повернул, отлично. Еще один. Их много здесь. Надо все, видимо, повернуть. Тут что-то капает сверху. Это уже включенный, так. Подождите, я нашел еще один, но это тоже включенный, так. Да иди ты, пизду, что за говно происходит-то? Да отстань от моего фонаря, ублюдок. Скримеры, что происходит? Ой, твою мать, нахуй. Тихо, тихо, тихо. Бля, тут звонок звонит, у меня звонок какой-то звонит. Да у меня тоже, я все включил просто. Да кто меня бьет-то? Я не знаю, что происходит. Бля, что происходит? Да иди нахер, слышь. Походу, знаешь что, походу на какую-то крошь, что ли, мы встаем и начинается вот этот скример. Мы не видим же ни хера, тут, блин, фонарь как себя странно ведет. Ты понимаешь, что... Да хорош фонарь! Во, нормально. Ребята, остался. Ищите еще... У меня 88. Ищите... А вот лестница наверх. Я нашел лестницу наверх, а что, где? Не надо пока, наверное, лестницу наверх, нам надо... Да не, мы все включили, судя по всему. Даже, блядь, поломалась, помнишь, ты еще сказал, та лестница-то поломалась, мы упали. Мы все включили. Она не поломалась. Вообще ее увидел-то, где ты? Астероиды, люк. Короче, ломают солярную планету. Ну все, люк открылся, смотрите. Ну все, поехали назад. А, обратно вышли-то, ёб твою мать. Мне надо, короче, вакуумный стул. Ну в комнату вакуумный стул. А, вон нам назад, значит, надо ехать. Вакуумная комната в самом впереди была. В самом, короче, в самом начале. Вообще в самом начале уровня. Ну нам туда и надо, значит, поехали. Ну поехали, а все, поехали, да. Капец, у меня 1%. Поехали. У кого 1%? Нет, не убей меня. У меня 1%. Он же навострился. Ну что, экскурсия, мы как бы ее продолжаем. Давайте, вот справа у нас астероиды, слева у нас Марс. Сзади Колян 1%. Настойка такая сладенькая. 1% Колян, нормально. Кефир просто, блин, 1%. Кефир? А что, неплохо, Колян, поменяй себе ник на кефир. Будешь всегда с 1% ходить. Надо кофе. Ты раньше времени не спрыгивай, Колян, ты чё? 1% режем. Запрыгивает. О, запрыгнул, смотри, куда-то. Ты лучше так не шути, ты же сдохнешь сейчас. Ты чё, дурак, что ли, Колян? Тебя сейчас надо. Тебя сейчас мизинец прижмёт и всё. Так вот он пишет, иди в вакуумную комнату. Фонаря-то нет. И Колян, отойди нахер оттуда. Я первый пойду, или Лёха первый пойдет. Я первый пошел, и я нажимаю на кнопку. Опа! Все, отлично. Фонаря-то, обрати внимание, нет. Так а он зачем? Он сломалась! Да ладно. Все сломалось, да, я нажму. Давай тыкай. Давай назад. Тихо, 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 что-то происходит, тихо. Ждем. Подожди, подожди. Ждем. Тут, по-моему, плачет кто-то здесь. Вот смеется, по-моему, даже. Ой! Все, ну, поехали. Надо было еще раз нажать, вы че? Нет, он просто был сломанный. А мы наверх приехали так. А мы не сюда приехали. А, не сюда, все правильно. Сюда как раз и приехали. Сюда, правильно все. В самом начале вакуумная комната. А вакуумная куда? Это туда надо идти? Да, да, сюда. Да, по-моему, туда. Ну-ка, давай. Колян, ты не ходи первым-то. Слушай, что такое? Да, нам надо наверх. Смотри, какую карту-то замутили. Не, ну прикольная карта, что со скримерами была, тоже вообще замечательная. Вот вакуумная комната. Вот. Пат, открываем. Она не открывает. А, без космического шлема. Блять, а он там был в самом начале. А вот он менялся почему-то суетиться. А сейчас возьмется, значит. А сейчас возьмется, мы же что-то открыли, значит. Конечно, конечно. Е надо нажать, чтобы его взять. Нет, нет, он, наверное, тогда еще не брался, а сейчас он у нас вполне спокойно возьмет. Колян, ты не туда побежал. А куда? Надо в другую сторону. Да. Вы чё, карту-то надо запоминать, это может спасти вам жизнь в любой момент. Запомнил? А вот не надо было тебе вперед идти, мы же тебя предупреждали. Так я Коляна спасаю. Вот, костюм. Вот, да, все. Ну даже открылся, смотри, отлично, я взял его, поехали. А я теперь в костюм. Короче, один костюм на троих, сразу тройной. Ну да все, все, погнали. Это как это, знаешь, какие-нибудь типа по акции, бери один, получаешь три. Вообще выгодно. По скидке 1%, как у Коляна. Это, знаешь, тем, кто при смерти, скидка вообще бесплатная.
Колян бесплатно. Колян красавец, вообще вымутил нам все. Вообще вымутил, вообще красавец. Нажимайте наверх. Поехали. Нажали. Поехали. Наверх, наверх, наверх. Наверх, вот. Ну, ты чё, Лёха, вообще промахиваешься по кнопкам. Понажимал, нет, понажимал, тут всё нормально. Это мы только вот Коля, надо проценты может нажать. Во, всё. Всё, всем плеерам нужно вакуум. Вакуумный, да. Закрой её. Закрой. Аут, на выход. Как поменялось всё. Тихо, 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 чё такое? Тут какой-то спутник. Блядь! А вы чё ходите-то, нихера себе. А где Валя? Я, по-моему, умираю. Ни хрена, я лечу, а я лечу. А я умер вообще. Ты сейчас тоже улетишь. Нет, я лечу в космосе. А, я падаю куда-то вниз. Нам надо на тот спутник перебраться, что ли, или чё? Spacepod need to recharge. Ему надо зарядить батарейки, короче говоря. А, починить, наверное, солнечные батареи. Мать, так нам надо вот вниз, смотрите, вы чё вы, ну? Какой вниз? Нам нужно этот корабль вот с синими этими хернями. Он говорит, если хочешь выбраться, почини батарейки. Так он медленно. Внизу пауки, я их валю ломиком. Так вали, вали, а мы пока батареи включим. Чуть сильнее мы не услышали. Все. Вот, отлично. Шикарно. Вот, я же тебе говорю, надо починить эту херню. О. Давай, чините, а я пока буду... Я чиню. Давайте, а я пока валю пауки. Колян, ты чинишь? Я прыгаю. Я че, он тут один такой сантехник, что ли? Убил паука. Все, чиним. Я сейчас вам тоже помогу. Вот эти надо серые квадратики чинить. Я уже два починил. Вижу. Давай. Да, это мой квадратик. Зараза, а. Да что он так медленно-то опускается? Я тоже хочу какой-нибудь квадрат починить, ну. Да поздно, я здесь. Так и сидишь дешево. Слесарь со стажем. Давай. Все, отлично, я все починил. Я хотел его починить, потому что такие сволочи, да? Мочи паука. Где пауки все? С другой стороны все починили? Да, я починил со всех сторон. Иди сюда, гнида. Блять, они тут треспаются, прикинь, сами по себе. А, так они еще и бесконечные. Ребята. Вы что, ребят, там еще на той, блин, стороне их дохеровые тучи. На какой на той стороне-то? Высоко, видишь, там наверху, только как до нее долететь-то, ёпта? А где высоко наверху-то? Умер, да вон там наверху. А, это надо перепрыгнуть. Чинить, ну я тебе говорю, только он меня, к сожалению, не перепрыгнул, я умер. Тогда ты сейчас там появишься сразу, зареспаешься и всё. Подожди, если с шифтом. Ну конечно, два раза ты прыгнешь шифтом. Подожди, нет, стоп. Это надо вот сразу прыгаешь, как вышел. Смотри, да, так и прыгаешь сразу наверх, вот как я сейчас делаю. Да, так и делайте. Все. А я пока поубиваю пауков. Давай, вот я этим уже занимался, теперь моя очередь чинить. Ну сейчас вдвоем починим. Ну как же он медленно. Нет, Панёв, давай вместе. Давайте вместе, поехали. Я уже лечу. Ой, чего? Сколько пауков? Не прыгают! Бейте и чините. Спасибо. Это, короче, основное задание. Надо бить и чинить, отвечаю, пацаны, без этого не справимся. Я не могу опуститься туда, на эту панель. Ты, главный Колян, вот нормально прицелься, и все будет хорошо. Надо на Е, да? Да, надо нажимать на Е. На Е нажимаешь, а не чинится. Всё. Так, я отлично. Починил, я очень много починил. Все. Я починил и умер. Ты починил и умер? Починил и умер. Я ценой своей жизни... Надо вернуться назад. Я ценой своей жизни, я починил и умер. Красавчик, ты просто вообще за пацанов прям. Как в фильме-то «Гравитация», да? Да, все. Ребята, мы что, возвращаемся тогда обратно? Да, я вас. Да, там написано, назад надо вернуться. А куда идти-то? Вот, спускайся. Внутрь спускайся. И все игроки должны быть, видимо, обратно. Надо закрывать камеру, короче, и войти нажимай. Сделал-то здесь все? Отлично. Вот. Все, ну и все, мы все. Все, вот, отлично, поехали нахер отсюда. Куда нам теперь надо? Давай, мы ждем. Все, я уехал, вы что, в лифт-то поехали? Нам надо в станцию покинуть, а вы в лифт. А мы тебя там ждем. Стой. Заставка пошла. Смотри, нихера себе, вот это графика, ты смотри. Вообще там один Куплинов, мы-то остались в лифте. Нормально, все, next get, все хорошо в этом плане, да. Вы померли, короче, просто. А что, Куплинов улетел, а мы... Тихо. Он что-то говорит. Понял. Он говорит, вы типа сдохнете навсегда, или что-то типа того. Нет, Куплинов, ты говоришь, что ты просто улетел нам. Смотри, еще что-то левел. И нам, наверное, сказал сейчас Димон, что вы останетесь там, идите в жопу. Вот может быть, что-то вроде неудачник. Уровень-то сейчас меняется. Нет, это конец. Специальное спасибо он сделал нам Макрейн поком. Макрейн, пуки и пуки. Специальное спасибо музыке, моделям, текстурам. Я не понял, я этому что, на капсуле на это что ли прилетели сюда? Ничего. Да, спасительный этот что-то. Почему мы на камне прилетели сюда? Спасительный резец какой-то.
Почему это улучшить? Это не камень, это каждый, короче, квадратик, это ячейка под человека, просто нас там сжимало в маленькие размеры. Мы туда втроем-то, блин, влезли-то, поместились, каким образом, ты скажешь, штабельками легли? Ну, может быть, хоча вообще. Так я тебе говорю, там уменьшает просто размер. Давай мы попробуем на этого, на Макрея и Пока, прыгнем сюда. И будем типа будем. Ай, сука! Давай мы прыгнем лучше на спасибо, что играли. Спасибо, что живой. Sense for Plane. Вот я туда прыгаю. На спасибо, что живой. Астероиды вообще никак не приземляется. Секс для игры, ты сказал? Спасибо, что живой. Sex for Plane. Меня булыжник сбил. Меня булыжник сбил, и я упал. Это нормально вообще? А почему не приземляется на них-то, я не пойму. Вот я приземлился. Не может, он соскальзывает. Ну и хер с ним. Давайте тогда заканчивать. Что, нормальная полчасовая карта. Вообще шикарная карта, мне все понравилось. Неплохо тоже. Неплохо вообще на полчаса, сам то. Нормально. Спасибо за музыку Кевину Маклианду, спасибо за моделей Фибису какому-то, спасибо за текстуры. Авторский перевод, Дима Куплинов. ВПД, это мой сейчас перевод, будет. И еще спеллчек, диджей Странг, бля, вот так. Диджей, бля. В общем, все поняли, короче говоря. Отлично, короче, Колян умер, у меня написано в правом верхнем углу, что Колян мертв. Но почему-то он живой, да. А Колян, обрати внимание, у него нашивки сбоку красного цвета. У тебя причем... у тебя синего. А, у вас... подожди, да, у вас синие. Я не знаю, Колян какой-то, видать, особенный парень, он должен был спасти всю планету, но спас я. Наверное, но спас в итоге ты, Дима. Это, скорее всего, из-за того, что я рубаху поставил изначально на скине красным. Рубаха парень, короче, ты Колян. Это обозначает только одно. А у вас на помолчании стоит синее. Колян, как это, бифидок какой-то красный, кефир однопроцентный, нормальный парень бегает. Бифидок, точно, биокефир, Колян. Короче, Димон, мы с тобой оба синие, Колян красный. Да. Хорошо, что хоть не голубые. Нам веселее, судя по всему. Давай я на кого-нибудь встану, что ли? Давай. Вот. Мимо. Облапотушки, давай, вставай. Давай сделаем человеческую многоножку, стойте. Давай, Колян. Давай. Давай, я на Димона? Нет. Давай, я на Коляна? Да, а я на тебя. Давай. Давай, Колян, стой. Я встал, давай. Пищевая пирамида. Давай, Димон. Опа. Тихо, стой, стою, о, все нормально. Все. Короче, ну, друг вот, на друге мы стоим. Наблюдать всех. Да, пищевая цепочка, видели как, да? Вот оно ДНК-то, вот оно. Смотри, сейчас если я резко туда пойду, вот. Давай. Там что-нибудь случится. Давайте все 3-4 прыгнем вниз, короче, и будем кричать, что за херня. Да, давай. Лёв, 3-4, поехали, 3-4. И... ссылка на плейлист в описании под видео. Мы в космосе, мы умираем. И всем до встречи, всем пока. Всем удачи, пока. Класс, я умер. Я тоже. Он у меня сел на шпагат в обратную сторону. Раньше здесь был мат.